Дмитрий Поляков, Узбекистан. Этот трюк – это один большой риск. Вот просто он один огромный, острый, железный большой риск. Пока мы даже не пытаемся проработать тот момент, что что-то пойдет не так, потому что сразу начинается паника. Он знает, как себя на сцене вести, как держать. А теперь самое главное, у него теперь еще лучше какой-то фокус должен быть. Да, Гульнур, я обещаю, что мы с вами не просто увидимся, но я заставлю, как я уже говорил, немножко вот так мозг взорвать, вернуть, все нормально. И я жду встречи. Маг и волшебник. Дмитрий Поляков, Узбекистан. Еще раз рад приветствовать вас. И, как я уже обещал, то ли еще будет, да? Я хочу сказать, что сегодня я приготовил для вас трюк, который... Ну, мы не будем называть его трюком, потому что то, что я приготовил, это не иллюзия и далеко не магия. Все по-настоящему. Я хотел бы даже сказать, что то, что вы сегодня увидите, я думаю, сделано будет впервые в Центральной Азии. Хочу представить вам крайне опасный и давно забытый эксперимент. Встречайте. Цепи, 4 замка и острые, как лезвие, ножи. И только один человек, который сегодня отважится залезть внутрь. Я попрошу вызвать на сцену нашего ведущего Кумар. Приглашаю вас на сцену. Кумар, говорят, вода исцеляет, дает жизнь. Но иногда... она может ее отнять. Я сказал про ножи и сказал, что сегодня кто-то отправится туда, чтобы это проверить. Кумар, вы готовы? Прощайте, я готов. На самом деле я не имел в виду вас. А, вы сами пойдете. О, Дима, нет. Кумар, я хочу, чтобы вам передали два совершенно обычных замка. Хочу, чтобы вы их максимально проверили и даже закрыли меня здесь, в этой клетке. Раз и... Есть два. Два ключа, которые находятся у вас сейчас, это те ключи, которые понадобятся мне, чтобы открыть эти замки. Вы это поняли? Но давайте усложним. Возьмите эти два ключа и смешайте с другими подобными ключами. Размешайте так, чтобы не было сложно. Я даже не буду пытаться смотреть. Спасибо, Кумар. Чтобы усложнить задачу, у нас есть еще замки. И только одна маленькая вещица поможет мне их открыть. Это шпилька. Таймер, который вы увидите на экране, это то время, за которое вода наполняет этот сосуд. Вы уже поняли, для чего. Механизм захлопнется именно когда вода наполнит его до нужного состояния. Я надеюсь, мне получится выбраться, но мне нужна ваша поддержка. Ч
чуть больше минуты осталось. Ровно минута осталась. Спасибо. Ты это сделал? Да, я не верю сейчас, но... Ух, Дима, мы за тебя переживали. Честное слово, мы кричали с Гульнур, мы аж не знали, что делать, потому что, во-первых, одно дело, когда ты отрабатываешь этот трюк, а другое дело, это же все равно техника, это железки, а вдруг что-то не так пойдет, и я уже сижу, я говорю, боже, Дима, что ты делаешь? Ты выжил. Я жив. Жить будешь долго, потому что такие талантливые ребята нам нужны. А за этот номер я даже не переживала. Я знала, что Дима вырвется оттуда. Спасибо вам большое. Дмитрий, спасибо. Увидимся чуть позже. Дорогие друзья, смотрите шоу Central Asia's Got Talent на нашем YouTube-канале. Конечно же, подписывайтесь, конечно, ставьте лайки, конечно, пишите комментарии. Ну и обязательно, я вас очень прошу, нажмите на колокольчик для того, чтобы не пропустить все самое интересное из мира талантов Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана.